Центре молодежных инициатив ко дню освобождения Ленинграда провели всероссийскую акцию «Блокадный хлеб». Староскольским школьникам рассказали о страшных днях, которые город провел в осаде. За 2,5 года по Ленинграду было выпущено 150 тысяч фашистских снарядов и сброшено свыше 107 тысяч бомб. Погибли сотни тысяч человек, тысячами умирали от голода. Для ребят был организован всероссийский показ документального фильма «Самое главное в жизни». Герои ленты – жительницы блокадного Ленинграда Серафима Королева и Кира Любомирова. Из зрительного зала была организована веб-трансляция. Каждый желающий мог задать вопрос ветеранам. Главным символом сегодняшнего дня стал блокадный кусочек хлеба. Весил он ровно 125 граммов. Этой акцией мы хотим показать современной молодежи, как тяжело было жителям блокадного Ленинграда в тот период времени. Потому что на день ребенку и его матери, каждому, приходилось по 125 грамм хлеба. Это чуть меньше, чем вот этот кусочек. Рабочим, которые весь день работали на заводах, приходилось 250 грамм хлеба.